Так, тут случайное племя. Бракадабра. Так, теперь у нас три противника. Сначала идем до 14 противников, потом... Ну, наверное, сложность меняем, да. Потом в превосходный мы позже пойдем. Так. Три противника, легкая. Так, великий вождь. Ла-ла-ла-ла-ла. Что у нас за технологии вообще? Так, земледелие. Сразу раз, второй уровень. Ты пойдешь. Поле, фрукты. Пойдем вниз. Пока ничего не делаем. Берем 5, построим лошадок. Пока дешевые. Ты возьмем сразу задника. Быстрее везде бегал. Отвоевываем. Завоевываем. Да, потратить. Это у нас охота. Охота уже не сможем. 6. Надо 6. Так, 6 есть, но пока. Пока не будем, пока. Выгоднее новое поставить. Всаднику поставить. Еще одни нашли. Тоже всадник пусть будет. Так, третий уровень, да? Второй. Второй уровень. Так, сбор фруктов. А, организации. Им надо. Собираем что-нибудь. Что-нибудь просто собираем. Так, в качестве жеста доброй воли с вами делится секретом. Это организация. Отлично. Есть организация. Пока нельзя. Можно еще одно всадить. Нет, нельзя. Хватает места. Тут можно. И тут можно. Это отвоевываем. Это бьем. Так, лечить его пока не дано, у него полное хп. Будем пытаться отвоевать это. Так, здесь надо лес. Лесом пока еще рано. Это охота. Повысили. Здесь, наверное, все-таки звезды пока. Тоже звезды. Надо по очереди ходить так вот. Допустим, у этого сейчас две клетки. Он идет через две сюда.
Так, кажется, жест доброй воли с вами делится секретом, это альпинизм. Что нашли? Пьем. Тупаем. Подходим, бьем. Тупаем. Выбираем деревушку. Здесь так у этого 1-3 убийства, значит, этим нападаем. Отбиваем, а этим добиваем. И в принципе можно, конечно, отступить. Но мы не будем. Хотелось посмотреть, что у него там третий уровень сейчас возьмет. Что будет. Качайте все что угодно. Берите что угодно. Так, расширяем границы. Так, 2-3. 2-3. Мы сейчас этим подбиваем его. Этим подбиваем. Добили. Не добили. Уничтожили племя Аймо. Пускай вниз идет. Рыбная ловля. Так, здесь бьем кого-нибудь так у нас. Никого мы не убьем, эти нас сейчас убьют. Парк. Наверху я... А, нет, туда пошел. Так, до 6 уровня. Парк уже бессмысленно, правильно делать. 26 дает. Да, то есть парк он уже ничего не дает. Делать сверхотряд. Так, лесоруба бы. Лесное хозяйство исследовать. И теперь скорее мы просто уничтожим лес. Что это что нам даст? Один к населению, это просто две звезды. Они хотя бы бегать будут нормально тут. Так, это нападает. Так, кажется, жест добро это горное дело. Так, с нами поделились горным делом, я еще это не читал. Горное дело. Шахта. Приносит ресурс 2 населения, можно построить только на клетке, где есть металл. Так, а металл у нас это вот это вот. Здесь мы можем построить шахту 5, 2. В принципе, то же самое, что вот это поле. Также 5 звезд тратим, получаем плюс 2. Так, и здесь 5 и 2. Да, единственное, что это шахт. Парк. Он счет какой-то дает.
этого хотел сделать. Мореходство. Сейчас порт построим еще. Не хватает. Ну, на цифру 1 выберет. 1, 2. Он не выбирает. Качнули. Бьем, бьем. Входим. А, вот же тут поселение, я его не вижу. Перед глазами. И оттуда топает далековато. Вот поселение. Если видишь поселение, надо бы сразу брать. Границы расширять. Так, ну здесь, по идее, если... А, это... Забрал. Если вот здесь построить один, к примеру, здесь нельзя ничего построить. Я порт могу строить только там, где уже чему-то принадлежит. Десять. Да, дает. Туда. Седьмой уровень. Парк, суперотряд. Суперотряд. Так, защита. Передвижение маленькое, но атака и защита большая. Так, это что-то было? Ты что сделал? Так, нечестно. А мог завоевать. Он пошел меня бить. Что есть? Шахта. Вот-то. Рубка леса. Вот-то. Какая будет? Лесоруб. Хипо. Хипо. Одно нашли. Это когда убивает, он встает на его место. Это рывок. Это не рывок. Побег-то после атаки он может куда-то увинтить. Укрепление. Бонус 20, скоро 10 стена. Здесь какая-то. Да, то есть защита 1 будет 2. Тут его оставляем. Забираем деревню. А, я не то нажал. Ну ладно. Стена. Хижина. Так, суперотряд. Идем, сейчас суперотряд пойдет крошить всех.
Так, а он сразу не бьет. Не бьет, у него только, наверное. У него вообще ничего нет. Ведь хотя бы какие-то навыки есть. Это вообще ничего нет. Лечим. Пытаемся отжать территорию. На это они нападали. Сами. Так, когда он убивает, он как пешка, так скажем, легко, что он встает на его место. Пойди ко мне. Так, завершено убийца. Вам стало доступно новое здание. Врата силы. Этот легендарный монумент принесет славу и богатство ближайшему городу. То вот он, по-моему, убил троих. Я так понимаю. Он же убил. Так, у нас самое крутое. Вот это у нас идет здесь парк. Даже ставим врата силы. Принесет ресурс 3 населения. 300 очков. Такое здание можно построить только один раз. Врата силы. Так, ну сюда 3 здания нам ничего не даст. Смысла ставить сюда нет. Что, его воду можно ставить? Прикольно, можно воду ставить. Суперотряд. Отходим. Так, 2-3. Так, чтобы он добил кого-нибудь. Если никого не добьется. Только умрет. И мы не узнаем. Убийств 3-3 не наберем. 2-3 есть. Это подбивает. Это должен его добить. Да, вот у меня теперь. То есть там что-то, эта сила мне за другое что-то дали. Здесь вот так уровень повысить. Сейчас у него 10-2-1-2-1. Так, 15-2-1-2-1. То есть только ХП на 5 увеличилось. И все. Много портов поставить. Здание увеличить. Так, в море. И что-то есть с моря. Так, киты. Киты пока не надо. Вот навигация можно. Линкор создавать. Рывок, атака 4. Передвижение больше намного. Этот отряд видит двое. Дальше обычных бойцов. Рывок. Так, переноска. А здесь рывок и переноска. Здесь есть разведка. Так, дальше нам открывается океан. Передвижение. И разведчик. Откройте каждую клетку в этом квадратном мире, чтобы получить божье око. Где-то про силу также получали. Не заметили. Ладно. Так, что-то не линкор. Так, лодка. Корабль 5. Тратим 5. И улучшаем до
А, нет, это только до корабля мы улучшили. Осталось 2, 2, 3, 2. Теперь можем еще до линкера улучшить. Понятно. Ты нам не нужны. Можно умирать, в принципе. У нас ХП пишет. Все, отжимаем здание. Так, их торговля что-то там прекратится. Здесь пытаемся тоже в здание залезть. У нас убьют, конечно. Не отдадут нам здание. Так, три хода осталось. И наши отнимут. А, не смогли. Не успели. Правда, у нас сейчас тоже отнимут. Город захвачен. У нас первое место с отрывом. Ничего страшного, можно и попроигрывать. Победа. Итоговый результат. 2 звезды. Так, теперь мы идем на 4 звезды, на 4 этих врага.